Привет, друзья! Ну что ж, вот и закончился весенний охотничий сезон. И хотел бы поделиться с вами своими впечатлениями от этой охоты. Так скажем, подвести итоги. В общем-то, сказать, что охота была неудачной, наверное, будет неправильно. Потому что все-таки есть добытый трофей. Это Тетерев, хотя погода преподнесла сюрприз. Да и Тетерев сам оказался с подвохом. Кто не видел фильм мой, обязательно посмотрите, ссылочки в описании. Вот я иду, то есть, ну да, вот оттуда я шел, вот я иду, и вот я что вижу. Как же ты, красавец, лежал тут, а? Ждал, обалдеть, а главное, никакая там ни лиса, ни вранье, ничего его не забрали. Ну, видать, из-за снегопада, просто вся живность вся попряталась. Видимо, снегопад их напугал. Но это им и это мне на руку сыграло. Ну, вот тут вот кровь есть немного. А вот по всем другим видам охоты, к сожалению, я по нулям, ребят, в этот раз. Давайте расскажу вам подробнее, начиная с вальшнапа, тяга вальшнапа. А все начиналось очень даже замечательно. Я пришел на первую вечерку сезона на свою любимую полянку. Была прекрасная ясная погода, безоблачное небо. Лес рядом по-весеннему наполнился сотнями разных голосов птиц. Я стоял на вечерке, любовался закатом и с нетерпением ждал тягу вальшнапа. А солнышко-то, ребят, да? Смотрите, какая красота. Уже практически у леса идет по линии горизонта, вот так по лесу прям. Сейчас будет заходить. Прям такой вот, это я называю градиент закат, да? От такого лазурно-голубого к темному такому, он еще будет багроветь. Вот это просто ради этого, да, хотя бы вот так вот выйти на эту охоту, да просто природой полюбоваться. Это стоит того. Это, ребят, безусловно, стоит того. Я теперь, наверное, понимаю птиц. Почему они так начинают петь? Они просто прощаются с днем, они прощаются с солнцем, с природой засыпающей. Ну а мы, друзья, ждем тягу вальшнапа. Все в предвкушении. Ну, пока вот сейчас у нас так. Ага, уже 25 минут восьмого. Вот, и мне кажется, сейчас солнце подзойдет, чуть-чуть подстемнеет еще. И вот он должен. И тяга была, друзья, но постигла меня, к сожалению, череда неудачных выстрелов. Я просто банально мазал. Так, ну что у нас? Ну все. Без 3:08. Все, уже должен. Уже должен. Я, конечно, так говорю по расписанию. Конечно, такого не бывает. Ну примерно. Уже так по наблюдениям по своим. Так. Вот же. Вот он. Что ж такое-то, обалдеть! И прям он вообще вот так раз отвернул. Обалдеть! Вот это да! Вот это промахи. Где-то хоркает. Вот он. Thank you.
То есть, как вы заметили на замедленных повторах, я задил, если так можно выразиться. То есть, выражаясь научным языком, брал неправильное упреждение. И вот здесь хотел бы задать уже вам вопрос. Как вы считаете, стоит ли, может быть, почаще ездить на стенд, стрелять по тарелочкам, то есть практику, вот эту стрелковую практику, подготовку, чтобы она не терялась? Потому что, в принципе, все-таки стрельба — это не велосипед, на котором ты как бы научился раз кататься и все, и забыл. Все-таки, наверное, как-то у тебя, да, вот ты берешь неправильное упреждение, там как-то, может, неправильно вклад. Хотя, вот честно, мое мнение, я вам скажу, если интересно вам, я, в принципе, не сторонник частой стрельбы и езды на... по тарелкам, потому что все-таки тарелка — это не птица, да, это там не утка, это не тот же вальшнап, которые летят совершенно по непонятной траектории, то есть заведомо ты ее предсказать не можешь, они летят с разными скоростями, по разным абсолютно траекториям. Тарелки, да, это все хорошо, это тренирует у тебя там стойку, вкладку, там это какая-то практика резкости, скорости, четкости, то есть оттачивает твои действия. Но вот в плане охоты, если мы говорим не о спортивной стрельбе, а именно об охоте, вот здесь у меня сомнения, потому что, как сказал один охотник опытный, говорит, научишься стрелять по тарелкам, будешь мазать по утке. В этом и есть, кстати, доля правды, потому что, еще раз вам скажу, все-таки тарелка, если ты довольно часто ездишь на стенд, то ты через какое-то время просто запоминаешь номера этих тарелок и как они летят, и ты фактически, уже просто зная их траекторию и скорость, у тебя это в голове на подкорке откладывается, ты фактически будешь по ним попадать, действительно, 90%, что ты будешь попадать. Здесь же, выезжая на охоту, мы же понимаем, что птица ведет себя совершенно по-другому. Какие-то базовые, конечно, да, я согласен, надо ездить. Но вот вопрос еще раз, а как часто вы это делаете? То есть кто-то ездит вообще раз в две недели, кто-то там раз в месяц, кто-то раз в полгода. Вот я последний раз был как раз где-то, наверное, полгода назад вообще на стенде. Теперь я, наверное, понимаю, что да, возможно, стоило бы, может быть, и чаще туда приезжать. Вот как вы считаете, пишите в комментариях, буду рад пообщаться, подискутировать на эту тему. В общем-то, ребят, получилось вот так, что были шансы по вальшнапу, к сожалению, промазал. Ну а дальше, как вы уже видели по фильму «Охота на Тетерева», у нас прошел такой хороший атмосферный фронт. То есть мы из апреля месяца в буквальном смысле попали в ноябрь. У нас все завалило снегом. Весь лес, все поля были завалены снегом. Резко похолодало. И на вечерке было уже довольно зябко сидеть. И вот здесь вот просто тягу как отрезало. То есть вот от слова просто ноль. Нет, где-то там пролетал какой-то один, может быть, вальшнап. Но где бы я ни ходил, везде было просто пусто. Тяги просто банально не было. Тишина. 9:05. Запаздывает. Ну, конечно, как запаздывает. Природа. Сороки. А, нет, это сорокопуды полетели. Вот он. А, вон он пошел. Прям как-то он из-за леса по опушке и туда прям завернул. Вон он, вот так вот прям оттуда, откуда-то раз. Ну, это вообще, нет, это там над деревьями. Нет, это не мой вальшнап был. Ну вот он пошел здесь, пошел. Не, ну туда стрелять это вообще. Я его еще и заметил поздно. Вот так, ребят, все. Уже, наверное, в камеру-то ничего не видно. Время 8:30. Тяги практически нет. Да, вот вам и думай, чего не так. Причем я ходил, пробовал разные места, где потенциально вальшнап должен тянуть, там есть такие коридоры из березняка, вот все как надо. Но просто, ребята, просто тяги не было. По моим ощущениям, получилось так, что вот до этого фронта местного вальшнапа как бы уже подраспугали охотники, да и подвыбили его.
А тот, который должен был прилететь с юга, тянуть здесь, он просто не долетел. Фронт ему помешал, и, вероятнее всего, они где-то осели южнее. До нас просто севернее они еще не добрались на этот момент. Поэтому, ребят, вот так. Я стоял на вечерке, любовался прекрасным закатом и созерцал природу. Так что, к сожалению, с вальшнапом в этот раз у меня не получилось, друзья. Но получил я массу удовольствия, конечно, от этой охоты, эти вечерки. Хоть и без добычи, но душа моя на месте, что называется. По селезню с подсадной, к сожалению, тоже примерно та же самая история. Только здесь получилось так, что на момент уже открытия в основном все утки были уже парами. Селезень с кряквой, они практически летали парами. И сидели на воде парами. Они еще не гнездились, но уже все были разбиты по парам. К моменту моих выходов на селезня с подсадной довольно-таки резко изменилась погода. И на утрянках было прямо-таки очень морозно, зябко. Местами даже замерзала вода. Я сидел в скротке, согревался чаем, наблюдал за работой подсадной. Ну, давайте, может, кому-то интересно, расскажу, что это за подсадная уточка была. Вот, ребят, вот она наша подсадная уточка. Это воронежской породы. Вот, она двухгодовалая. Но крикливая такая, мы ее там на участок высадили, вот, у дома, там лужа такая вот в луже, какая она крикливая рабочая, сейчас вот успокоилась немножко, вот, я ее пока в переноске держал, все, на гавочку поставил, сейчас мы ее с вами высадим, вот красавица, посмотри, посмотри, здравствуйте, подписчики, как ваши дела, все, ребят, пойду высаживать на воду. Так что работала она, ребят, как надо. И даже периодически селезни на нее реагировали. Вот только сами утки дикие, они себя вели просто как минимум некрасиво. Я наблюдал такую картину. Летят три утки, два селезня и кряква. Подсадная селезни видит издалека, начинает бешено орать, звать их. И они даже начинают реагировать, заходить на круг. То есть следующий круг это будет их подсадка. Я весь уже сижу, у меня все сжалось, ружье в руках, готов. Ну вот-вот, тут что делает кряква? Она в буквальном смысле заходит селезнем под брюхо, то есть под низ, и с бешеным ором просто их выталкивает, то есть физически выталкивает. Они уходят за ней. Та же самая картина примерно была и на воде. Метрах 80-100 по работе подсадной утки начал отвечать селезень. Кряхтит
и слышу все ближе и ближе. Буквально через пару минут откуда-то из коряжника, из этого гнилушника раздается бешеный ор кряквы. Селезень замолкает, видать, разворачивается и плывет к ней обратно. Вот такие вот женщины, друзья, вот так вот. Не упускают они своих самцов. То есть пары довольно крепкие, да и как бы разбить их довольно-таки сложно. И вот ты сидишь на этом селезне и в надежде, что может быть какой-то один затерявшийся селезнек среагирует на мою воронежскую подсадную, он к ней подсядет и будет добыт, но нет. Ну а потом через какое-то время, видимо, и самой подсадной надоедает это все дело, она просто замолкает. Высаживается куда-то на островочек, на сухую поверхность более-менее, и просто греется. Так что и без селезня я, ребят, в этот раз. По остальным видам охоты у меня есть мечта. И, к сожалению, пока... Вот при всем, да, вот вы смотрите фильмы, вроде как бы и опыт есть у меня, и выезжаю я на охоту, но я ни разу не был, вот я каюсь, я ни разу не был на охоте на гуся. Я много об этой охоте изучал и смотрю фильмы. Но, к сожалению, по воле обстоятельств, каких-то факторов, я ни разу еще не побывал на этой охоте. Это моя мечта, у каждого человека должна быть какая-то мечта. Вот у меня есть такая маленькая мечта все-таки отправиться на охоту на гуся и полноценно вообще ощутить, что это за охота. Хотя у меня и нет опыта охоты, но практически я представляю, что эта охота, она довольно-таки непростая. Это очень много факторов. Это, во-первых, надо подготавливаться к этой охоте, это профиля, это работа манком. Это места, опять же, да, где, в принципе, гусь должен где-то осаживаться на зеленухах. Это как еще угадаешь? То есть это надо общаться, советоваться. Это, возможно, даже придется первый раз попробовать как-то, что называется, из-под егеря, чтобы хотя бы что-то ощутить, чтобы тебе он что-то посоветовал, да, подсказал опытный какой-то егерь. Я вот, наверное, так себе это пока планирую, чтобы потом уже самому пробовать. Потому что, как вы знаете, я все-таки... Люблю все делать сам, проходить вот этот этап охоты от начала поиска уже до, надеюсь, добычи, то есть разделки добытой дичи и приготовления. Вот такая вот получилась у меня история охотничья в этом сезоне. Сказать, что не расстроен, ну, наверное, будет не совсем честно. Ну, вы же сами охотники, ребят, вы же сами прекрасно это все понимаете. Конечно, немножко грустно и досадно вот от этих промахов, ну, в принципе, сам виноват, да. А потом просто тяги, как бы вот вальшнапа не было, и с селезнем не очень повезло. Хотя, вот, наверное, грех жаловаться, все-таки природа дары свои мне тоже дала. То есть есть добытый трофей тетерев, так что и с полем. Вот. Ну, ничего страшного, практику стрелковую подтянем, все будет в порядке. К осени уже все будет отлично у нас. Ну а у нас уже весна в полном разгаре, ребят. Красотища, уже молоденькая травка, свежая зелень на деревцах, птички поют, все уже на выводках сидят. Вот, да, вот ворона, мы с ней, черные вороны здесь, мы часто с ними общаемся, это просто красота. И настроение такое хорошее, весеннее, уже очень много таких теплых солнечных дней. Так получилось, что вы смотрите этот фильм в майские праздники, с чем я вас сердечно поздравляю. И да, у нас же с вами впереди День Победы в Великой Отечественной войне. Я считаю, что это вообще у нас самый главный национальный праздник, главнее всякого там Нового года и так далее. И низкий поклон нашим дедам, которые подарили нам возможность родиться и жить в стране с чистым небом над головой, без войны, что называется. Спасибо, родные. А у меня уже чаек давно закипел, настоящий лесной чай, когда
Я искал воду в фильме, кто не смотрел, опять же, ссылочка в описании, как найти воду в лесу. Я заваривал такой чай из еловых иголок. Но здесь вот в этом лесу ельника не нашел, зато есть сосны. Ну, сосновый хвой еще лучше. Так что сейчас я буду пить настоящий лесной чай, чего и вам желаю. Желаю вам также большущей удачи, прекрасного вам весеннего настроения, ребят. Ну и пока, увидимся.